Продолжаем. Многорутонный взрыв. Отлично. Это от первой части. Упс. О, еще голод. Голод. Ты где? Птички, птички, птички. Это белье ниже. Птички. Ты где? А, вот ты где. Ух, ни хрена, сколько их там собралось. Наблюдение за агентом Куо. Запись К-58. Что там еще было будет? Что некий болотный призрак уничтожает лагеря ополчения. Вы верите, что это призрак? Похоже, мы имеем дело с новым проводником. Вчера вечером я установила жучок в одном из лагерей. Вот, послушайте. Поехали. Лихо с ними разобрался. Ты хороший человек, Коул. Спасибо. О, да. Засел над казино. Сообщи, когда он выйдет. Боюсь, не скоро. Пока ему идет карта. Так, он выходит. Не показывайся. Когда выясним, где Вольф? Как вытащим его? Пришлось изъять у ополчения фургон. Спецагентку.
Угонять машины незаконно. Статья 150 Уголовного кодекса. Сотрудник правоохранительных органов вправе реквизировать гражданский транспорт в целях предотвращения преступления. Ну да, статья. Не волнуйтесь, он от меня не уйдет. Он слишком шустрый. Только не понимаю, зачем он бегает с фонариком? Нормальные люди так не бегают. Почему он боится? А вот он знает, что именно я за ним буду следить. Он направляется в коричневое здание на 8-й улице. Отсюда трудно выбраться. Ополчение перегородило дорогу. Так, выводи Вольфа. Я расчищу путь. Ладно, торопись. Ух ты, они меня перекосили это. Прошло. Одно заграждение снял. Иду ко второму. Хорошо, я почти на месте. Имей в виду, Коул, будет жарко. Ну, будет, так будет. Ладно. Противником разрушаемым объектом очень удобно, если нужно снести лишнего или просто поиздеваться над противником. Если удерживается, то потом будет скакивать. Понятно. Все, ему капец. Мерзкие толстозадые монстры. В кои-то веки я не главный урод в городе. Коул, Вольф со мной. Идем к фургону. До скорого. Лучше скорее. Мы зацепили сигнализацию. Бежим. Доктор Вольф, рад, что вы еще живы. Да уж жив. Бертран умеет допрашивать весьма изощренно. Он пытал вас? Что вы рассказали? Эй, нам пора. Болтать потом будем. Так, я что-то еще не знаю, куда кого мочить. Правильно? Слышишь отсюда? Я думаю.
Это... Feel my goodness. Вот что, Вольф, почему они так сильно хотят вас прикончить? Вы знаете какую-то тайну? Бертран заказал мне некое устройство, которое решило бы все проблемы. Энергоядра только начало. Мы не позволим доктору Вольфу играть на другую команду. Упс. Бум. Боль была адская. Я думал, что умираю. Я не смог помешать ополченцам увести Бума. Хорошо хоть что жива. А вот Вольф погиб. Теперь никто не знает, где искать энергоядра, а значит, скоро сдохну и я. Черт, да мне едва хватило сил, чтобы заползти в канаву. Зверь из Empire City идет по моему следу. Я это чую. И мне нечем его встретить. Да. Ох ты, 23 звания. Офигеть. Коул! Коул, ты слышишь? Да. Что там случилось? Куа в плену. Вольф погиб. Как? Слушай, брат, мне сейчас не до разговоров. Пока. Увидимся. Ну, думаю, на сегодня достаточно. Всем спасибо. Продолжим вечером.